Вы знаете, не было, видимо, боязни, потому что мы так были воспитаны. Сказано, надо ехать. И, наверное, сейчас многие вот, патриоты там едут и так дальше. Он понимает, что должен он ехать, потому что раз на него упало, такой выбор он обязан был. На таку рішучість Івана Довгана почасти вплинули сімейні обставини і доля. Я воспитывался в детдоме, потом служил в Новосибирске, работал в шахте в Донецкой области. И все это мне приходилось... 7 классов я закончил здесь, 8 классов в школе закончил уже, учась в училище в Донецке. Затем, работая в шахте, закончил 9 класс. И в армии 11, 10 и 11 класс. Видимо, вот эта вот харизма, которая существует, и слава Богу, мама и папа дали, я смог заставить себя приехать и добросовестно нести службу. Він був начальником карного розшуку колишнього Ленінського району, а тепер Шевченківського, коли прийшов наказ відбути на забезпечення оперативного прикриття міста Чорнобиль терміном на 1 місяць. Приїхав сюди, тут же відправили, в Києві зустріли замміністра, посадили знову таких же чоловік, 27, потім виявилося, що це мої підчинені, і я поїхав з ними в Чорнобиль. Ми всі... как бы понимали, что исполняли свой долг. Мы не перебирали, никто не хотел убежать. Вот 27 человек, которые у меня были подчинены, их задача была через день обеспечивать безопасность города Чернобыля и прилегающих районов. Його команда слідкувала, щоб автомобілі, речі, техніка тощо не потрапили до людей поза зоною ураження. Мы вылавливали людей, которые продавали машину, Днепропетровске, краденую, хоть они из себя заражали рентгенами, но и те, которые покупали, не знали. Там было очень много баз. Вот эти базы разворовывались. Раз через раз у нас в течение месяца, который я там находился, более 10 краж было из этих складов. То бишь, это аппаратура драгоценная в то время, видео и все остальное. Она с теми же рентгенами перепродавалась и так дальше. Ну, задерживали людей. Доставляли, очень много было связано с продажей спиртного. Это не значит бутылки, это завозили машинами. В такій роботі Івану Довгану завжди допомагав гумор. А на 40-річчя, яке він відсвяткував в Чорнобилі, хлопці з його команди подарували йому книгу. Зная мою слабость, мої підчинені подарили мені на 40-літие вот эту книгу. Это именно юмор болгарский тут. Его читаешь и действительно отвлекаешься, чувствуешь себя таким человеком. Надо воспринимать все через призму ответственности и юмора. Судьба попала, так и живи. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький, репортер телеканал Чернівці.